Здравствуйте, Виктор. В Минске заиграл орган, который молчал несколько десятилетий. Как вышло, что об инструменте наверняка знали? Он был не удел столько времени, а работа по его спасению началась только 6 лет назад. Сейчас в музыкальном поле белорусском наблюдается ренессанс органной культуры, интереса к органу. Конечно же, это влечет за собой работу по вообще большому количеству направлений. Это и подготовка органистов. Появляется уже спрос на репертуар, белорусские произведения, которые могли бы органисты включать в свои концерты. Композиторы, члены Союза композиторов или выпускники Академии также начинают интересоваться органом уже как инструментом, для которого можно написать, и произведение не будет лежать годами в столе и ждать, когда наконец-таки дойдет очередь на исполнение его в каком-нибудь концерте в Белгосфилармонии. То есть современные композиторы активно пишут для органа? Современные композиторы активно пишут. Я написал также произведения для органа, и которые, в общем-то, в концерте презентации звучали. Вот произведения для органа и электрогитары. Мы выступали вместе с солистом президентского оркестра Евгением Куничтиным. Орган здесь же звучал в дуэте с саксофоном. Собрать большой зал филармонии для того, чтобы, скажем, провести какой-то такой камерный концерт для органа и терминвокса, или органа электрогитара, орган и любой какой-то другой экзотический, скажем так, орган или пила. Тоже интересно же, да? Вот, пила тоже не озвучит большой зал филармонии. Но здесь, в концертном зале «Верхний город», я думаю, это будет очень удачное сочетание, удачное исполнение. И в данном случае, конечно, очень хорошо, что и концертный зал, и орган так дополняют друг друга. А чем ценен именно этот инструмент? Орган «Верхнего города» в Минске – это пятый по счету духовой орган. И надо сказать, что ни один из инструментов в Минске не повторяется. У нас нет схожих по типу инструментов. Орган собран из нескольких инструментов. Это такой, можно сказать, в общем-то, сборный какой-то конструктор. Но, тем не менее, из большинства деталей, которые в нем использованы, они все исторические. Двух мастеров здесь находятся детали органов. Вацлав Бернацкий и Владислав Каминский. То есть, в принципе, это два мастера, которые... Каминский учился у Бернацкого, то есть тут явная преемственность. И поэтому приемы органостроения, которые использовались вот в этих различных инструментах, которые здесь уже в Верхнем городе собраны в один инструмент, они очень схожи. Это дало возможность... в общем-то, хорошо скомбинировать этот орган и дополнить его еще современными технологиями, восполнить трубы, которые, например, не было, около 700 труб здесь находятся современных, но которые выполнены по точным обмерам тех исторических труб, то есть мензуры этих труб, они соответствуют историческим трубам, которые стоят далее в ряду каждого регистра. Мне кажется, что белорусские меломаны не избалованы органной музыкой. Оправдаются ли вложенные в реставрацию деньги и усилия? Последние годы ощущение, что зрители, меломаны, они просто как бы изголодались вот по этим концертам органной музыки в хороших акустических залах. И я более чем уверен, что даже минчане, которые просто захотят услышать звуки этого инструмента не в записи, а именно в живом звучании, насладиться этим новым органом и просто ради интереса придут его послушать. И у группы энтузиастов, которая, в общем-то, готовила презентацию этого органа и процесс переноски его сюда, в Верхний город, есть далеко идущие планы организовать в Минске первый международный фестиваль органной музыки.